Привет, друзья, вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы с вами продолжаем играть в NextRP на сервере Приморский, ссылочки, естественно, будут в описании, не забывайте вводить мой промокод, чтобы это сделать, надо нажать на F4, рефералы, и вот сюда активировать реферальный код. Кстати, мне тут за вас тоже пришли бабосики, поэтому заходите. Ребят, кстати, я создал свою семью, точнее, не семью, а тусовку, то есть вы нажимаете P, открываете телефон, здесь нажимаете тусовки, и здесь находите банальное братство. И как-то вы можете или сами сюда вступить, или когда я в игре вас нахожу, я могу вас приглашать. Вот, например, вот так вот. Точно я не знаю, как это работает. В общем, попробуйте. Если вы сможете вступить, то вступите. Если нет, то найдете меня в игре, и мы... я вас приму, естественно, в свою тусовку. Мне тут немного хреново. Я наконец-то решил, что надо сдать на права. Меня Костя Дзюба подвез. Не знаю, сын того самого или нет. В общем, наконец-то я решил, что надо сдать на права. Кошка, спокойно. Не знаю, есть ли здесь теория или только практика. Что-то, блин, прямо в самой автошколе подлают. Здорово. Здорово, мужики. Мужики тут сдают уже. Здорово. Так, грузовые, легковые. 18 750, окей. Сдача теории. Разрешается допустить одну ошибку. Хорошо. А в этом направлении можно продолжить движение. Если мы едем тут, только прямо и направо. Б и А. Правильно? Ну да. Наверное, правильно. Сколько полос движения имеет проезжая часть данной дороги? Даже полос движения. Раз, два, две полосы. Это правильно было, нет? Правильно ли припарковался водитель? Наверное, нет. Можно ли ездить по тротуарам? Нельзя. А какие из указанных знаков требуют обязательной остановки? Обязательной остановки, стоп. Блин, я не знаю, Б, В, я не знаю, что это за знак. А, отлично, отлично. Только одну ошибку... Не страшно. Так, сядьте в автомобиль с инструктором. Здесь прям будет инструктор прям рядом со мной. Да ладно вам. Радиоволна, ага. Включите двигатель на тап, ага. Фары тоже на тап. Отлично. Двигайтесь по линии, блин, нифига себе. Как здесь все, блин, продумано, офигеть. Прям линия есть. То есть если я не по линии поеду, походу будет не очень. Походу будет не очень. Не знаю, насколько быстро можно ехать. У меня, кстати, уже куплено, как вы поняли, по прошлой серии, по-моему, копейка. Но только я за рулем еще ни разу не ездил, потому что я не сдал на права. Кстати, как заметили, тут тоже зима. Вот, слушайте, вот в МТА, в сампах и так далее, как вы заметили, зима сделана лучше, чем в GTA 5. Потому что в GTA 5, когда на серверах зима появляется, там и дороги тоже полностью белые, и ничего не понятно. А вот тут вот более-менее реалистично. Смотрите, елочка стоит. Красиво, красиво. Короче, ребят, не забывайте про ссылочку в описании. Кстати, у меня как раз, видите, справа сверху показано, что ежедневное задание получить права категории B, как раз таки, которые я сейчас и получаю. И это прикольно. То есть я еще получу дополнительные штучки. Мы сейчас сдадим на права, я хочу пару кейсиков крутануть. Я, блин, не знаю, ребят, в последнее время я подсел на вот это вот дело. Я какой-то этот, как сказать, азартный человек стал. И смотрите, блин, красиво украсили вот эти вот штуки прям над дорогой, прям как в Питере. У нас в Питере так. Правда, мы тут сейчас находимся в Москве, но это уже не важно. Надо бы, кстати, хату купить себе, квартирку какую-нибудь. Блин, слушайте, а копейка неплохо прет. Неплохо, слушайте, а неплохо, слушайте. Так, здесь Сбербанк у нас. Блин, летим просто, ребят, 145. Это максималочка копеечки. Я так понял, нам здесь сейчас кружок надо будет сделать. Жик. Тихо. Еду, и все нормально. А чё? Блин, я надеюсь... Тихо. Фух. Кто же знал, что тут такой резкий поворот-то? Ядрить, колотить. На карте не показано. Если бы на карте было показано, еще более-менее. Удобно, что когда ты выполняешь какие-то задания, ты как бы как будто бы в отдельном сервере играешь. То есть никто тебе не мешает. Это прикольно. С одной стороны. А с другой стороны, конечно, это нереалистично. Нереализм. Но я думаю, если бы здесь были сейчас еще и другие люди, они бы мне немножко мешали бы сдавать на права. Мне так кажется. Слушайте, прикольно, вот эта зеленая полосочка такая едет вперед. Красиво. Красиво. Видите, снежок еще я в настройке включил, чтобы сам снежок шел тоже. Красиво. Ламборгини. Надо себе что-то. У меня 329 тысяч есть, в принципе. Надо купить себе какую-нибудь машину. Но я думаю, что откроем кейсик, посмотрим. Может быть, в кейсике что-нибудь интересное выпадет. Хочется открыть пару кейсиков. Так, это мы, наверное, уже подъехали, да, почти? Или нет? Но ну да, по идее же вот тут, да, нет? Ну ладно, короче, сейчас разберемся. А, да.
Все, и сюда. Я надеюсь, мне не надо будет кататься по этому. По полигону. Я очень на это надеюсь, что этого достаточно. Отлично, друзья. Все, сдал на права. Спасибо. 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 Все, четенько, ребят. Теперь у меня есть права. У меня, кстати, блин, два перелома. Надо купить лекарство. Так, какие у меня еще есть задания? Голый рис, так, ежедневный. Установить деталь на авто во внутреннюю, купить лекарство, внести автосалон. Так, окей, давайте откроем реально сейчас рулеточку. Пару рулеточек реально сейчас откроем. Мне кажется, это должно получиться достаточно интересно. Выполнение премиум кейсы. У меня есть какие-нибудь бесплатные кейсы? Там иногда дается колесо фортуны. Нет, это не то. Бесплатные кейсы могут какие-то даваться. Сейчас, кстати, скидки на кейсы. Сколько у меня? 979 этих очков. Кейс священный, кейс Формула-1. Бронзовый кейс. Кейс киберпанк, кстати. Хайповый. Может открыть хайповый кейс? Ну-ка. Ну, здесь может выпасть как что-то прикольное. Так и неприкольное. Что, давайте попробуем. Открыть. Ну-ка. Блин, интересно. Здесь анимация, кстати, поприятнее выглядит, чем на другом сервере в GTA 5, на котором мы играем. Ну-ка. Давай, давай, давай. Что-нибудь крутое. Я очень на это надеюсь, по крайней мере. Скин. А нафига мне скин женщины? Выбери. А, это винил, нифига себе. Давайте, давайте до вас 20. Офигеть, у нас на копейке получается будет винил какой-то. Так, давайте еще разок откроем. Давайте еще два купим и все, и хватит. А то иначе я просто растрачусь. Иначе я просто, блин, разорюсь, как падла. Я хочу тачку, чтобы мне выпало. Я думал, что это мне, кстати, скин выпал, а это винил какой-то с какой-то женщиной, киберпанкнутый. Ну, стой, стой! Блин, ну ладно, еще раз открываем. Не знаю, насколько это все окупается. Но я люблю, ребят, вот всякие кейсы, рулеточки, это просто мое. Я думаю, на днях выпущу серию отдельную, как я эти кейсики открываю, потому что, ну, люблю! Стой! Очки какие-то. Все это такое, тактические очки. А как их надеть? А, давайте еще один, все, последний сейчас откроем и все, друзья. Просто, блин, я думал, мне тачка выпадет. Можно еще бронзовый будет один раз открыть, посмотреть, что в нем выпадет. Все равно сейчас скидочка на кейсы, сейчас самое то их открывать. Я тоже винил, да? А, блин, а я могу его не прив... Ну, ладно. Так, окей, давайте откроем... Кстати, битва кейсов какая-то. Давайте откроем вот этот за 69, он вообще самый дешевый, здесь может выпасть... Ну, посмотрим, что выпадет. Чисто один откроем. Чисто на интерес играем. Надеюсь, что здесь... Блин, тачка хочется какую-нибудь. У меня есть копейка, но копейка это копейка. Хочется что-нибудь прикольное. 60... О, 60 тысяч, кстати, нормальная тема. Смотрите, это я поставил... Подождите, 60 тысяч? Еще... Ого, еще скидка. 69, подождите, а мне вот интересно, подождите. Если пополнение, обмен валют, то есть 69... А нет, не 169. А, нет, я, короче, в минус все равно. Так, а у меня там какая-то скидка выпала. Подожди. Пак жетонов. О, здесь, кстати, набор. Во, прикольно, что здесь можно прям отдельные наборы покупать. То есть, если тебе что-то хочется. Джон Сноу. Так, давайте еще, подождите. Мне там скидка сказали на кейс. А, 69. Все равно написано было 50%, а что-то тут не 50%. Все, открываем, давайте, последний, все. Все, сейчас реально, ребят, все, потому что иначе я останусь с голой задницей. А я не люблю быть с голой задницей. Потому что холодно, морозится жопка. Так, ну-ка. Да блин, четырочка могла выпасть, а выпал танец какой-то. Да в смысле, вот где скидка-то? Нет скидки, обманывают меня. Так, окей, ладно, подождите. Как мне инвентарь открыть? На Q, вот. На Q. Это не то. Там же мне выпал какой-то это шляпа. А как мне ее надеть? Я не знаю, ребят, честно говоря. Я не знаю. Так, здесь чат. Здесь. Ага, ага. Возможно, здесь это можно как-то надеть. Фоторежим, Forbes, гонки. Ладно, это я потом узнаю, ребят. Или если вы знаете, то напишите. Кстати, я могу эвакуировать себе ВАЗ-2101. О, вот он, за 3000. Ребят, вот моя копеечка. Наконец-то я могу ее водить. Могу водить свой копендосик. Так. А, у меня даже включен двигатель. Ля, ребятки.
Машина мечта, машина мечта. Мне кажется, я, кстати, ее, наверное, кому-нибудь подарю из вас, ребят, если вы вступите в мою тусовочку. Знаете, что я хочу посмотреть? Где у меня здесь автосервис? Это же тюнинг, да? Так, найти рядом. Далеко? Вот там, вроде как недалеко. Давайте съездим, я хочу просто поставить винил какой-нибудь из тех, что у меня выпали. Мне интересно просто, как это будет выглядеть на моей копеечке. Номер так себе. Ну, блин, первая машина, почему бы и нет? Первая точила. Вот он, автосервис. Здесь же, да, наверное, можно вот это все сделать, правильно? Так. Ремонт автомобиля, капитальный ремонт. Так, это не то. А, возможно, сюда надо. Здесь у нас что? Во! Еще музычка какая-то. Так, винилы. Так, слой. Ля, ребят, посмотрите. Не, ну выглядит так себе. Подождите, а вот этот? Ага, этот мы относим сюда. А, подождите, а как его убрать теперь? А, его снять, подождите, если я его сниму. Подождите, подождите, подождите. Не-не-не-не-не-не. Он у меня будет? А, останется, отлично. Так, ну-ка. Ну, выглядит, честно говоря, так себе. Выглядит, честно... Подождите, а я опять не тот, да, надел? Да, я опять, походу, не тот надел. Снять винил. Да как ты работаешь? Окей. Ну-ка. А, нет, другой все-таки. Да, давайте, ладно, этот поставим, хрен с ним, пусть будет такой. Мне, в принципе, нравится. Так, внутренний... А сколько тюнинг стоит, интересно, мне? Можно как-то музыку эту выключить? А что, а, на нее ничего... Ну, что, я так понял, на нее ничего особо не поставить. Внешний тюнинг. Окей. О. Корзина. Купить. Окей. А, или можно, наверное, по одной, да, все добавлять. Задний бампер. Ну-ка. Нормально. Спойлер. А, подождите, это я сразу два покупаю. Понял. Или нет? А, нет, нормально. Давайте черный такой пойдет. А, задние расширители. Ля, нормально. Блин, сейчас мы столько денег, ребят, потратим на нее. Что жесть. Передний бампер. Ого. Ну, такой. Какой еще? Корзина купить. Окей. 55 тысяч, ребят, бабло трачу просто. Машина сама дороже стоит. Так, ну я хочу колеса поменять. Какие-нибудь лютые нужны. Воссены. Может, воссены? Нет, сколько? Надо что-то подешевле. Блин, такие 190 тысяч дороговато. 900 тысяч. 35 тысяч. Ну вот, 35 тысяч мне пойдут. За 35 тысяч могу. Сколько у меня? Деньги еще есть. Так, деньги еще есть, это отлично. Так. Изменение колес, я бы ширину сделал побольше. Немножко вылет. Развал. Не, развал не хочу. Ширина тоже побольше. Вылет тоже побольше. Нормально. Так, а диаметр можно побольше? Так. А диаметр? Изменение колес, занижение авто. Она особо не занижается, честно говоря. Ну ладно. Так, подождите, а диаметр нельзя побольше сделать колес? Походу нет. Да, видите, ширина. Жалко. Номера. А, можно уникальные номера. Нифига себе они дорогие. Уровень тонировки 75. Пойдет. Пойдет. А, блин, а двигатель я реально не могу прокачать? Цвет кузова, внешний тюнинг. Что-то внутренний тюнинг, смотрите. Здесь вообще ничего нет. Странно. А, это надо кейс открывать, я понял. А, нифига себе. Окей, окей. Ладно, потом разберемся с этим. Ну-ка, сейчас посмотрим на мою малышку в действии, блин. Интересно. О, нифига себе, она вообще другая.
Там как-то по-другому. Офигеть. Пацаны. Блин, а я... у меня эта крыша. Я ее поставил себе, что ли? Ля, ребят, как вам? Нормально? Киберпанк тупо. Тупо киберпанк. Здорово, братан. Что, мусорная машина? Блин, ребят, ну как вам машинка? Напишите в комментариях. Нормально, чисто аниме, киберпанк, тачка. В общем, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свой большой палец вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием NextRP на сервере Приморский. Не заставит себя долго ждать.